Обычная свекла поможет извлекать труднодобываемую нефть. Совершенно неожиданное применение этой культуре нашли томские ученые. Исследователи выяснили, бактерии, которые содержат свекольная кожура, повышают отдачу нефтяных пластов. В ближайшее время ноу-хау будут проверять на практике. Свекольную кожуру предлагают брать на сахарных заводах. Сегодня ее просто выбрасывают. По подсчетам исследователей, новый метод добычи трудноизвлекаемой нефти позволит экономить 30 миллионов рублей на каждой скважине. Вязкие нефти на сегодняшний день, да, они рассматриваются как основной резерв мировой добычи нефти, так как ее запасы вот примерно в 5 раз превышают извлекаемые запасы нефти. Наш институт стремится добиться именно такого эффекта, что при малом капиталовложении мы могли бы достичь хорошего результата.